Огонь, погода. Blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The foe in affection. I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The foe in affection. I summon and. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it. Февраль месяц сейчас, с очень классная погода. Минус 2, солнышко, и все трассы открыты, и все лесочки открыты. Много раз на Розе были, но вот февраль, мне кажется, прям топ. Много снега нападало. До обеда желательно, конечно, если солнце на южном склоне кататься. Все время солнышки, очень приятно. И когда солнце прям падает на эти верхушки деревьев, шапки лежат снежные, очень необычно. Вот. Ну, а так, новый кусок курорта, очень динамичный. То есть там можно по зеленой, по желтой, по зеленой, по синей тратить, спуститься. Вот, можно, можно красную выбрать. И достаточно широкая она, там много полей. Если, например, после хорошего снегопада, то можно прям в эти поля врываться. Эти поля в основном сейчас раскатаны, тут вдоль трасс можно немножко найти снега свежего. Погода шикарная, едем с красной трассы, ни разу здесь не были, сейчас посмотрим, с подъемника трассы очень классно подготовлены. Февраль, поднялись на Альпы наверх, вот здесь когда-то давно до ремонта катали фрирайд, все эти склоны, там. Сейчас здесь все отремонтировали, нет, трасса раскатана, сейчас вот будем спускаться здесь. Очень мало людей, понедельник, заратрачено, бельвет, будет быстро, круто, и погодка соответствующая, солнце, горы, все белое, такое яркое, надо, короче, ехать. Лучше кататься. Вот, просто если ты не катаешься, то, скорее всего, не получится кайфануть. Февраль стабильная погода, да? По морозу вот. После... Не, не стабильно. Могут быть. В прошлом году просто, ну, почти там, 2-недельные снегопады были. В феврале прям? Да. Нет, все, верхавья закрыта, да? Ну, почему нет? Они открываются просто периодично. То есть там, допустим, 2-3 дня, день-два, идет снег, закрыто все. Может быть такое, что ты поднимаешься из плохой погоды и оказываешься вообще просто такой типа в солнышке, такой типа облако висит, короче. Вот. Самая крутая кондиция снега сохраняется типа весь сезон, потому что, ну, это вот эта альпийская зона. Ну, здесь все летом же проводятся движухи, потому что снег лежит еще и летом. Ну, до июля. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A bow in affection, I summon it dummy. Cause check out problems on problems on problems on problems. Так, это цирк 2, мы катаемся возле черной пирамиды. Трассы черной пирамиды, и просто пушка, солнце светит. Прям летишь, как ракета. Так, в целом, погода февральская. Приятный морозик, минус 4, и все дни солнца просто нереально. Красота! Сейчас на Лауре здесь. Сегодня немножко пасмурно, но с утра приехали, и прям трассы хорошо подготовлены, они здесь широкие. И
если вот надо погонять само, то получается красный. Но красный они больше похожи на черный. Плюс с поворотами очень рельефные и прям надо контроль и скорость. И лесок здесь 1500, здесь много такой лесной местности. Пики видны, но сам едешь вдоль леса. Тоже очень классно в этом плане. Разнообразный рельеф. Вот. И там посередине вчера вот катали, ездили на Красную Поляну, лучше горки города, да, цирки. Там высоко, нет леса, много открытого места, а здесь прям летишь по трассе вдоль леса. Очень интересно. В любом случае, советую приехать сюда. Несмотря на карту, когда смотришь по карте, думаешь, ну, что здесь, мало трасс, не очень интересно, но когда здесь сам приезжаешь, то оно совсем по-другому ощущается.